подаришь? Я подарю тебе пепельницу, на которой я нацарапала гвоздем самому умному мужу. Но я же не курю. А надпись тоже не соответствует действительности. А ты, дорогой, что подаришь мне? Я подарю тебе кольцо. О, наконец-то! Это первый нормальный подарок со времен бус из хлебного мякиша. Но это кольцо не простое, оно старинное. Много лет оно держало муфту под раковиной. На, держи его. Да, кстати, на кухню лучше пока не заходить, там что-то сломалось. Тогда и в спальню лучше не заходить. Там что, что-то сломалось? Если ты туда зайдешь, там обязательно что-нибудь сломается. Спасибо тебе, моя дорогая. Что бы я без тебя делал? Какой прогноз у нас с тобою, милый? Чем ты опять проснулся не в ладу? Лол, я это не люблю с утра. Скажи мне просто, Господи помилуй, какую блажь имеешь ты в виду? Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и я, а все, что кроме, вот это правильно, легко уладить с помощью зонта. Какой прогноз, дожди или туман? Не ждет ли нас нечаянно беда? Тебя, как извержение вулкана, я предсказать не в силах никогда. Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть я, а где-то я-то, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я, ну и я, а все, что кроме, вот именно, легко уладить с помощью зонта. Зонта. Ну че, потанцуем? Какой прогноз, покуда небо звездно? Чего нам ждать, весны или зимы? Холодно это сегодня. Скажи мне все. А если будет поздно? То виноваты будем только мы. Главнее всего, главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть я, а все, что кроме, да ладно, легко уладить с помощью зонта. Есть я и я, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Но. Есть я. И я. Есть ты. Но есть я и ты. Я не психолог, но ты хочешь поговорить об этом? Что ты имеешь в виду? Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Все, что кроме, легко уладить с помощью зонта.